Всем привет, Александр из Зеленограда. Интересную программу обнаружил. Облако Mail.ru называется. То есть создается где-то виртуальное облако, виртуальный жесткий диск. И вы можете в этот виртуальный жесткий диск закидывать фото, видео, музыку, все что хотите, документы и так далее. Просто сейчас во время отпуска это довольно-таки актуальная тема. Вы, например, с собой берете только планшет, например, iPad, и снимаете видео, фотографии делаете, там какие-то что-то скачиваете. И когда он переполняется, вы можете в это облако все перекидывать. Размер 100 гигабайт. Абсолютно бесплатно. Вот сейчас я буду его скачивать. В App Store можете купить, если у вас iPad. Также он есть, наверное, для Android. Вот. Скачиваем. Установим сейчас. Так, мы скачали программку в облако. Сейчас попробуем сделать полный цикл записи видео. Запишем видео, перекинем его в облако. Удалим видео с iPad, как будто у нас переполнен жесткий диск. При этом видео останется в облаке. И потом скачаем это видео из облака на компьютер. Итак, давайте запишем видео. Записали видео. Посмотрим. В папке видео оно появилось. Вот он. Теперь перекинем это видео в облако. Как видите, оно сейчас еще пока загружается. В матрицу все, загрузок больше нет. То есть оно уже загружено, но оно еще не в облаке. Открываем облако. Открываем папку камера. Здесь, то есть, сохраняются все фото, видео, материалы. Вот оно, наше видео. Ставим галочку, активно делаем. И нажимаем иконку в нижней части со стрелкой вниз. Папка и стрелка вниз. Здесь мы выбираем сохранить либо в головном меню, либо можно создать папку. Если хотите создать отдельную папку, нажимаете плюсик в верхнем углу. Здесь даете имя вашей папки. Давайте ABC папка будет у нас создать. Папка создана. Нажимаете на эту папочку и переместить сюда. Все, значит, это видео в этой папке. Видите, папка ABC и наше видео. Все это видео уже в облаке. Теперь давайте удалим это видео с планшета. Удаляем его с планшета. Удалить видео. Все, в папке видео этого видео нету. Но оно остается у нас в виртуальном облаке, в папке ABC. Вот он. Почему я удалил видео из планшета, чтобы как бы сымитировать, как будто у вас планшет забит полностью какими-то видеоматериалами, жесткий диск уже переполнен, и вы это видео перекидываете в облако. Теперь это видео можно скачать на любой компьютер, на планшет. Теперь давайте попробуем скачать из виртуального облака файл, который мы записали. Заходите на сайт cloud.mail.ru. В облако. Как видите, здесь созданная папка ABC.
открываем ее, и вот он этот файл. Ставим галочку и скачать. Пошло скачивание. Файл скачивается на компьютер. Скачался. Показать в папке. Вот он, файл этот в папке. Давайте его посмотрим. Таким образом, из виртуального облака этот файл был перекачан на обычный ноутбук. Также он может быть перекачан и на стационарный компьютер, на телефон, на планшет, куда угодно. Такая вот интересная программа «Виртуальный диск». Если вам видео помогло, понравилось, ставьте лайки. Пишите комментарии, если вы такой программой уже раньше пользовались. Вот. Рекомендуйте друзьям. Всем счастливо, пока.